Здравствуйте! Здравствуйте! Как так, отлично! Я вас рада приветствовать в солнечном Египте, в Шарм-эль-Шейх. Везите нам солнышко сюда, везите. Да, я надеюсь, что с вами весна приедет. Так, на таком фоне красивом. Значит, я хочу вас познакомить с фитнес-тренером, да, нет, тренер, врач-реабилитолог, да, правильно? Да. Да, врач-реабилитолог Людмила. Кто не знает, я была участником проекта «Диетомбой». Под глубоким надзором Светланы Викторовны я и остаюсь. Я хочу вам сообщить, что когда у меня был эфир Светлана Викторовна, она сказала: «Лена, только она знала, что я еду в Египет. Вы знали, что я здесь или нет?» Нет. Нет, но я хотела нет. Реакцию это увидеть. И Светлана Викторовна сказала: «Не бойся, едь, будем контролировать твои тарелочки в том числе». Мы вчера списались с Людмилой, и осталась одна незавершенная у нас, и даже еще и не одна, в принципе, у нас очень много незавершенных осталось дел, но зрители спрашивали часто, так как я гипертоник, я об этом рассказывала, делилась, есть некоторые проблемы с шейным отделом, гипертония, как помочь себе, как держаться молодцом и быть молодцом, и Людмила сейчас нам расскажет, покажет, и скажу вам больше, мы будем вместе делать эти упражнения, которые я показывала на своем YouTube-канале и в Instagram. Сейчас у вас есть уникальная возможность эти упражнения увидеть, а потом впоследствии уже и на YouTube. Так что, Людмила, вам слово. Да, всех приглашаю на ежедневное применение, потому что сейчас будет солнце, сейчас весна, все готовятся не только здесь преображаться, но и здесь шапки снимаются, шарфы, это, я надеюсь, что и маски будут все-таки уже сниматься, и мы будем друг друга видеть, не пропускать мимо, но все вот это вот красивое очень зависит от нашей любимой шейки, да, наше давление, вот все наши сосудики, куперозики, это опять-таки наша шейка, когда нам недостаточно кровообращения, что делает организм? Начинает увеличивать количество сосудов для того, чтобы кровоснабжение улучшалось. Но есть один такой маленький нюанс. Когда мы спим, это упражнение надо делать с утра. Если можете в течение дня или после рабочего дня, тоже в завершение, это все делается быстро, приятно, но утром это нужно делать вот просто как молитву, как отче наш, и вы увидите результаты через неделю, а может и через день, и через два. В чем заключается вопрос? В том, что мы спим не всегда хорошо или правильно. Не все привыкли спать на спине, красиво подложив такую подушечку, и не всегда подушки бывают удобные. В итоге, если вы понимаете, что физика на нас действует, гравитация, да, вот у нас все еще и знакомые присоединяются, просматривают мои, они у нас замедляются кровоснабжение. И то, чем встречаются наши невропатологи, это тем, что ухудшается 60% гипертонии, плохого самочувствия. И всех моментов сосуда головы это все зависит от ухудшения состояния шеи после сна, ухудшения оттока. Потому что, когда мы вертикализировались, кровоснабжение не успевает сразу зайти в голову. А отток, так как он сосуды зажались, это может быть даже стрессовая ситуация в течение рабочего дня, когда мы чего-то очень напряжены, у нас плечи поднимаются, шея зажимается, оттока оттуда ни лимфы, ни крови не идет, то есть достаточно, оно, конечно, идет, но в недостаточном количестве. Если стакан полный, то мы туда ничего нового не зальем. И нам нужно сначала опустошить это все, а потом, чтобы пошел приток новой крови. Что для этого нужно? Когда вы проснулись, вы не сразу встаете. Вы присаживаетесь на кровать удобненько. Вот, я сейчас присела на травку. На травку, да. Да. Все, кто на случай, кто на травку. Так, расслабились. И выравниваем наши плечи назад, раскрываем крылья, раскручиваем плечи и при этом присоединяем руки так, чтобы максимально наши крылышки сошлись и начали махать. Минимум 20 раз. Хорошо поднимаем к ушам и раскручиваем плечи. Все, что мы делаем с руками, это касается нашей шеи. Так, поднимаем, работаем. Не ленимся, Людмила, а вот такой вопрос. Я люблю спать на высоких подушках. Это не рекомендуется? Ну, я люблю две подушки. Мама вообще у меня спит практически на плоской. Вот что мне это к чему-то приведет, не очень? Я не могу сказать, что это приведет к чему-то плохому, вот, но нужно смотреть общее положение головы. Если оно физиологично, в принципе, это очень даже неплохо. Иногда интуитивно нам тело подсказывает, что если гипертония и вот эти застойные явления есть,
они могут улучшать отток крови. Есть такие вещи. Так, угу. Сделали, разработали наши крылышки. Теперь мы заглядываем в окно будущего, складываем наши руки в окошко и заглядываем в самое лучшее будущее. Поднимаем так руки 20 раз. 20 раз раскрутили, 20 раз подняли. Хорошо, на вдохе потянулись и опустили. Это все подготовка к следующему этапу. Так, хорошо. Стараемся так, чтобы и лопатки, и плечи хорошо себя придерживать, и каждый раз улыбаться, улыбаться себе. Так, выполнили. И теперь нам нужно проработать нашу шею руками. У нас нужно понимать, что делаем все от позвоночника так во внешнюю сторону. И ближе к голове хорошо начинаем растирать. Растираем, считаем до 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И улыбаемся, радуемся, конечно. Улыбка активизирует мышцы таким образом, что у нас вырабатываются позитивные гормончики, которые сделают наш день. Дальше все, что мы здесь размассажировали, мы придерживаем вот этой частью ладони и оттягиваем вниз. Оттягиваем вдоль позвоночника. Хорошо, оттягиваем вниз. Хорошо, так до появления тепла. У кого есть застойные там даже моменты холки, потихоньку они будут тоже уменьшаться, если все процессы с руками наладятся. И нагрузки, это все можно убрать. Только надо хорошо этим заняться. Тоже желательно 20, не лениться. Угу. Вот, и постепенно переходим, там, где соединяется шея, переходит в плечи. Тоже захватываем себя сзади и сюда вперед. Хорошо, вот так вот оттягиваем. Тоже 20 раз. Почему 20? Ну, можно сделать 21, такой, как у нас год. Но для начала, в самом начале 20 раз, да? Да, в самом начале 20 раз. Просто менее, оно иногда просто не ощущается. Mm-hmm. Все. Это и все упражнения. Раскрываем крылья, заглядываем в окно, вытягиваем голову и улыбаемся пассажира. Потом это все улучшаем в оттоке. Главное, что мы опустошили стакан. И в следующий день мы войдем и наполним его только самым хорошим и полезным. На сегодня это все. Вы увидите на состоянии лица, даже как оно будет, пока придете, дойдете до ванны, встанете, еще сделаете зарядку, дойдете до ванны, лицо будет более свежим. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо, Людмила. Я думаю, если вам понравилось, если вы будете с нами выполнять, конечно же, ставьте и здесь лайки, и везде ставьте лайки. И тогда вы получите свой самый такой большой-большой лайк по жизни, потому что вы получите хорошее здоровье, улучшенное здоровье благодаря врачу-реабилитологу Людмиле. Спасибо, Людмила, большое. Спасибо вам большое. Всем пока-пока. До новых встреч. Все. До новых встреч.